Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самайуктам Бинда Ванам Манохарам Банча Калпатару Ашаки Пасинду Бевача Патитананг Пабоне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Ятки Патамаханга Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кешвасача Шнабхакти Паде Деви Саттаваттвайхи Намо Намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девиң сарасватиң вясам тато жайо мудир Саңкиртане кишна катхопадеше Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамодакша жагод варанна Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виринчанутам сараньям Витаттвихам панутапал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна арвиндам Ят пада паллабана качанда маничатая Висвуриджита кимапи гавадушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти сарадхикамай када кипам кроси. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламмита бхужо канука бодато Шанкиртаной капитаро камала ятакшо Вишам бару дижавару жугодхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе На Сада Наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гоури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир жасва ча бхакшаси Жасьясте хиде самбир Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рам, Харе Рам Рам, Рам Джасмад прия прия бьога санджога жанму
Сокагни насакала жани сугаджамана Дукхау садам тадапи дукшам Атад ия ахам бхамана бхамами Бадаме тавада саджогам Jasmad priya priya viyoga sangyoga janamo Sokagni nasakala janishudha jyamana Dukshau shadam tadapi duksham Atadhiya aham bhamana bhamami Badami tabadasa yoga Jasmad priya priya viyoga sangyoga janamo Sokagni nasakala Сакала жану судха чамана. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, люди невежественные, и мы обязаны помочь им избавиться от невежества. Если мы не будем помогать им, вместо этого будем давать им то, что послужит их падению, это крайне опасно. Если мы будем давать им почтение, деньги и так далее, мы должны стараться помочь им так, чтобы они осознали свою собственную сварупу, чтобы они совершали Кришна-бхаджан. Прабхупад часто говорил, что я рассказываю харикатху не для того, чтобы собирать деньги, что бы то ни было еще, не для того, чтобы заработать себе славу. Моя харикатха — это мое служение. Я слуга моего Гуру Махараджа. Если вы послушаете то, что я говорю, вы осознаете. То есть по вайшнаву можно осознать по тому, что он говорит, по его харикатхе, что он является истинным севаком, истинным слугой. И Прабхупад объясняет, что его харикатха — это его возможность служить Гуру Варге. Своей харикатхой я служу Гуру Варге. Люди в большинстве своем не готовы совершать хари-бхаджан. И это вполне естественно для них. Никто не презирает их за это, потому что никто не обвиняет их за это, потому что мы знаем, что преодолеть влияние майи крайне сложно. Сам Бхагаван Шри Кришна говорит об этом. Лишь тот, кто полностью, по-настоящему предастся мне, сможет пересечь океан материи, говорит Кришна. Наша проблема в том, что мы не верим в Кришну, не верим в Кришну на 100%. Мы не можем предаться Ему на 100%, не можем поставить себя в полную зависимость от Него. Люди спрашивали Прабхупаду, почему Бхагаван не отвечает нам, не отвечает нашим молитвам, потому что мы не можем на 100% положиться на Бхагавана. Именно поэтому он не вступает в взаимодействие с нами. Как только мы предадимся на 100%, сразу же Бхагаван, мы получим ответ от Бхагавана. Он придет к нам во сне или в каком-то полусознании. Я могу рассказать много, перечислить много случаев, которые не оставят сомнения в том, что Бхагаван действительно существует, что он присутствует здесь.
Парампуджапат Кеша Госвами Махарадж, когда еще был Брамачари, Винод Бихари, открыл небольшую организацию Веданта Самити в Калькутте. И Кеша Госвами Махарадж для этого снял комнату, помещение. Именно там он установил эту организацию, Гауди Веданта Самити. В то время не было денег, но было столько энергии, столько решимости, что я обязан проповедовать учение Гауранги. У меня что-то подобное. Я не преданный, но у меня столько желания проповедовать. У меня не было ни денег, ничего. Я даже ездил без билетов. У меня не было денег на билет, на поезд. Тем не менее, у меня было столько желания и решимости печатать книги. Бхагаван знает это. Он свидетель. Итак, Шри Кешава Госвами Махарадж хотел печатать книги, но у него не было на это денег. Однажды один из его старших духовных братьев пришел навестить его. Шри Кешава Махарадж был очень рад видеть его, он гостеприимно встретил его. Начался разговор, но Кешава Махарадж поддерживал разговор, но внутри он переживал, чем угостить его. Сегодня Экадыши, нужно бы предложить ему какие-то фрукты, но абсолютно ничего не было. Он поддерживал разговор, но про себя он переживал. Что же предложить ему? Между тем он зашел на веранду и увидел, как воробей бросил там небольшой кошелечек. Все, Кешава Махарадж удивился, подошел к мешочку, к кошелечку, открыл, а там были деньги. Он расплакался. Деньги, там достаточно денег. Он заплакал, а затем подошел к своему духовному брату и попросил его подождать немного. Мне нужно сходить до магазина и кое-что купить. И так он купил фрукты, купил цветы, предложил все Бхагавану и предложил своему духовному брату. И это не единственный случай. Их бесчисленное количество. Даже в моей собственной жизни подобное происходило. И поэтому я на 100% уверен, что мне нужно самому о себе заботиться, потому что я знаю, что это сделает Бхагаван. Если мне нужно что-то, если мне нужно печатать книги, если нужно исполнять какое-то служение, Бхагаван обеспечивает все. Бхагаван кого-то вдохновляет, и через него приходят средства. Таким образом, несмотря на то, что у меня абсолютно ничего не было, я смог издавать книги и заниматься служением. Итак, Прабхупад объясняет, что если человек даже на 50%, всего лишь на 50% обусловлен, или на меньше даже процент, тем не менее, все равно до конца он не может зависеть от Бхагавана. До конца прийти под предать себя Бхагавану. Постарайтесь осознать эту шлоку, сядьте в уединенном месте и повторяйте Харинам. Гуру Варга покажет нам все.
Итак, Прабхупад заключает, что все проблемы возникают в нашей жизни из-за отсутствия стопроцентной веры в Бхагавана. And it is just like jumping into fire from frying pan. Люди в этом мире все равно, что они все равно, что бросаются с раскаленной сковородки в огонь, стараясь освободиться от страданий. Они пытаются сами разрешить свои проблемы, но если они полагаются на свою силу, на близких, но подлинное решение проблем заключается в предании Господу. Мы пытаемся разрешить проблемы, но мы просто бросаемся в огонь с раскаленной сковородки. Мы никогда не сможем сами найти решение своих проблем. Лишь когда мы предадимся чистым преданным гуру и вайшнавам, все проблемы разрешатся. Но мы в это не верим. В такой процесс решения проблем мы не верим. И именно тогда мои молитвы достигнут Бхагавана. В настоящий момент этого не происходит, потому что я нахожусь в обусловленном состоянии, а Бхагаван на трансцендентном уровне. Как же одно может прийти во взаимодействие с другим? Между нами огромная, бесконечная пропасть, потому что материя и трансцендентная несравнима, несопоставима. By my personal effort, not possible. So my application, my prayer, my application, my prayer, anyway, not reaching up to Bhagavan. Так или иначе, мои молитвы не достигают Бхагавана. Именно поэтому я должен молиться чистым преданным. Они услышат меня и попросят за меня Господа. Then Bhagavan can. Also, Jiva Goswami was speaking. That Bhagavan, Sri Krishna, Nandanandan Sri Krishna, he is standing in such a. Джива Госвами Пад объясняет, что Бхагаван находится на трансцендентной платформе, и нам с нашего материального уровня не дотянуться до него. If Bhagavan, if our application cannot reach up to Bhagavan, then why should I do? Why should Можно подумать, если я все равно мои молитвы все равно не слышит Господь, зачем мне вообще молиться? Зачем мне совершать баджан? Зачем заниматься духовной практикой? Если Господь для меня все равно недосягаем. What I can do? Because bandit condition and Krishna is aprakrit anandamaya. Кришна Пракрита Анандамая. Он ничего не знает о материальном мире, о внешнем мире. Имеется в виду, что он постоянно погружен в прему, и у него нет времени на материальный мир. Потому что единственное то, что должен делать Бхагаван, Кришна, это обмениваться любовью с Браджаваси. У него даже нет времени заниматься расправой над демонами, расправляться с демонами. Он полностью погружен в игры с Браджаваси. Так для нас получается большая проблема, что молитвы не достигают Кришны, наши молитвы. У нас нет вдохновения от этого совершать баджан. Но Джива Госвами Пад объясняет, что именно по этой причине Бхагаван посылает чистых преданных, саду, гуру, вайшнавов. И саду приходит сюда, в этот мир, и видит, ищет тех, кто готовы откликнуться на духовное знание. И таким людям он начинает помогать.
Он рассказывает Харикатху. Я часто цитирую шлоку, в которой говорится, что материальные уста не могут произнести трансцендентный харинам. Также в Бхагаватам говорится, что по-настоящему разумный человек избегает материальное общение. Если члены семьи материалисты, братья, сестры, родители, если я буду близко общаться с ним, придет конец моей духовной практике. Поэтому лучше поддерживать определенную дистанцию в общении с ними. Итак, разумен, по-настоящему разумен тот, кто не испытывает никакого вкуса к асад-санге, к неблагоприятному общению. Он хочет общаться лишь с саду. Именно такого человека можно назвать разумным. Почему же он стремится к общению с саду? Потому что он не говорит о материальных вещах, он не говорит о материальных выгодах и потерях, он не учит, как наслаждаться изощренными способами. Он лишь рассказывает Харикатху, которая помогает возвысить сознание и достичь такого уровня, когда мы сможем понимать трансцендентные вопросы. Поэтому по-настоящему разумный человек постоянно находится в поиске саду-санги. Но сейчас я бы сказал, что в мире сформировалась колоссальнейшая проблема. Что под именем саду-санги происходит асад-санга. Может быть, в мире тысячи, тысячи мадхов, но это еще ни о чем не говорит. Гаудия мадх там, где чистый преданный. Если в мадхе нет чистого преданного, каков в нем смысл? Куда бы чистый преданный не отправлялся на проповедь, он строго следует всем правилам и предписаниям, без всяких компромиссов. Он и не идет на компромиссы в Сиддханте и в Ачаране. Если я сегодня пойду на компромиссы, возможно, на какие-то маленькие вещи, какой-то маленький-маленький компромисс. Завтра я пойду еще на большие компромиссы, а послезавтра еще пойду на компромисс. И таким образом я растеряю все. Я больше не смогу следовать всем правилам и предписаниям. Поэтому я так строг. И в этом проявляется моя любовь к вам. Моя строгость, мои строгие слова. Это моя любовь. Если вы это понимаете, вы останетесь, а если нет, ну, вы можете идти. Я так или иначе не могу вас обманывать. Итак, Джива Госвами Пад объясняет, что Бхагаван посылает в этот мир чистых преданных. Джаганнатх обеспечивает нам саду-сангу. Потому что другого способа нет для развития дживы. Если она будет читать, она не сможет обрести, читать трансцендентные книги, она не сможет обрести то, что необходимо.
Именно поэтому Джаганатх посылает сюда чистых преданных, которые и ищут тех, кто готов принять духовное знание. Памятование — это бхакти, а забвение — это не бхакти, то, что противоположно бхакти. Если я люблю, если я кого-то люблю, я думаю о нем, я помню его. А если я не люблю, я естественным образом забываю. Если я люблю Бхагавана, я естественным образом помню о нем. И, конечно же, не может быть так, что я повторяю Харинами и не помню о Бхагаване. Если я люблю, я постоянно помню о нем. Как о своих детях вы думаете, вот мой ребенок идет в школу, и, но мать никогда не забывает о нем, она постоянно переживает, придет ли он вовремя, надо приготовить ему обед. Или когда жена ждет мужа, он должен прийти в 5 часов, и нужно встретить его, нужно приготовить все для его прихода. То есть это материальная любовь, но даже здесь это работает. Когда есть любовь, есть смрити. Прити и смрити идут вместе. Памятование и любовь идут рука об руку. Это практически синонимы. Bhutani bhavyani janardanasya. I mean the associate of Bhagavan, deputed personal delegates, they are coming here by the desire of Bhagavan. Личные спутники Бхагавана приходят в этот мир по желанию Господа. They are following adharma, not dharma. Люди здесь не следуют харме, они следуют адхарме. Они выбирают ложных гуру, которые, казалось бы, учат. Люди, стремясь наслаждаться, попадают в самые низы ада. Материальные наслаждения ведут в ад. Вайшнавы грихастхи очень осторожны, и поэтому они очень сильны, очень могущественны. Например, наш Бхактивинод Такур. Он был еще более возвышенный, чем те, кто приняли отреченный образ жизни. Например, также Джанака Махарадж. Он был грихастхой, женатым человеком. Тем не менее, он действовал как ачарья. К нему приходили величайшие мудрецы, чтобы получить его совет. Даже Вьясадева Госвами пришел к нему за советом. Джанак Махарадж был царем, семейным человеком, но в то же время он был лучшим среди риши. Его звали Раджа Риши. Раджа означает царь, а плюс риша. Получается Раджа Риши. Раджа плюс риши. Это очень высокий титул. Он был и царем, и в то же время риши. Из-за зависти мы не готовы выразить почтение те, кто его достойны. Даже сейчас, возможно, существует саду, которых нужно почитать, стоит почитать, но никто этого не делает из-за зависти. Но из-за этого мы никогда не сможем совершать баджан, потому что мацария, зависть — это самый страшный враг.
И, как правило, мы видим, что чистых преданных, хороших преданных критикуют. Кешава Госвами Махарадж говорил, я не ездил на Запад проповедовать, но он так прославлял своих духовных братьев Шрила Бона Госвами Махараджи. Госвами Махараджи, как они проповедовали на Западе, какую революцию они там произвели. Мой духовный брат Бон Госвами Махарадж произвели эволюцию во всем мире своей проповедью. То есть он так хвалил их, так восхищался ими. Посмотрите, сколько любви, никакой зависти. Если сердце маленькое, вы не можете почитать других в соответствии с их качествами. Имеется в виду почитать тех, кто достоин этого. Мы должны почитать вайшнаву. Мы должны почитать великие качества в них, но нам это не нравится делать. Нам нравится хвалить себя. Но это не вайшнавизм, говорит Прабхупад. Итак, из-за узости нашего сердца мы не готовы восхищаться трансцендентными качествами окружающих, имеется в виду преданных. Но посмотрите, как ведет себя чистый преданный. Если вы попытаетесь проверить его, заберите у него все, он... Это никак на него не повлияет. Он свободен, как ребенок, непосредственен, как ребенок. В этой шлоке говорится, что те, кто отвернулись от Бхагавана, бегут за материальными наслаждениями. И если какой-то саду предстает перед ними, они не готовы следовать саду. Саду говорит, пойдем, я покажу тебе самые лучшие наслаждения, которые не будут способствовать твоей деградации, но они не готовы. Итак, поэтому Прабхупад говорит, что люди в большинстве своем невежественные, и мы обязаны, мы занимаем положение места саду, мы обязаны помогать им. Почему вы называете меня саду? Потому что я нахожусь, то есть я ношу одежду саду? Нет. Саду милостив. Он настолько добр, что если вы откроете его сердце, там будет одна милость. Саду всех видит как своих детей, дочерей, сыновей. И он дает необходимое лекарство каждому, в соответствии с болезнью человека. Он дает лекарство так, чтобы эта обусловленная душа могла с комфортом совершать баджан. Потому что, когда комфорт заканчивается, она больше не готова следовать, заниматься чистым преданным служением. Is Vaikuntha Darshan. But I cannot expect all of you can have, right now can have Vaikuntha Darshan, I cannot, but I will have to help you, no? Maybe after I can help you. What is your condition? I'm asking, no? You are married or not married? I'm asking this. Why? I like to know that. То есть, когда вы приходите, я задаю вам вопросы, женаты вы или нет. Почему? Потому что я хочу понять, в каком состоянии вы находитесь, что вам нужно для того, чтобы вы совершали баджан, как я могу вам помочь в этом, так, чтобы вы спокойно совершали баджан, без неудобств для себя. Итак, мы зависим от саду, потому что саду рассказывает трансцендентную харикатху, которая
которая уничтожает наши анартхи. Когда они уничтожатся, мы почувствуем свободу. Весадева Госвами послал своего сына Шукадева Госвами к Джанаки Махараджу за советом, за наставлением. И так многие выдающиеся саду приходили к нему. А Бхактивинода Тхакур, когда он был в укладе жизни домохозяина, он был гуру для многих. Таким образом, не надо рассматривать грехастха ашрам как нечто грязное. Все зависит от того, насколько мы можем поддерживать стандарты. Сделать так, чтобы Бхагаван захотел обратить на нас свой взор. Адвайта Гасай также было грехастхой Шриниваса-ачарья. Расикананда Прабху, Шьямананда Прабху, Шриниваса-ачарья. Я многое хочу сказать, но я должен говорить в соответствии с временем и обстоятельствами. Если я буду говорить все, что хочу, то есть я должен смотреть на тех, кто меня слушает. Готовы ли они понять то, что я хочу сказать? Итак, Бхагаван посылает в этот мир чистых преданных, которые помогают нам своей харикатхой. Они проливают любовь на обусловленную душу. Любовь чистого преданного нельзя сравнить с миллионами отцов и матерей. У вас было много жизней, и в них, в каждой жизни были родители. Если вы все эти жизни, родителей со всех жизней поместите на одну чашу весов, а любовь Гурудева на любовь Вайшнава на другую чашу весов, любовь Вайшнава перевесит. И те, кто по-настоящему удачлив, получают любовь гуру и вайшнавов. Другими словами, они получают любовь Бхагавана. Своей харикатхой вайшнавы обрубают оковы, которые связывают обусловленных душ, и освобождают их от материального существования. Тем не менее, остается вопрос. Вы говорите, что Бхагаван трансцендентен, а обусловленная душа пракрита материальна. Соответственно, она не может вступить во взаимодействие с Бхагаваном. Но что насчет гуру и вайшнавов? Ведь в шастрах сказано, что и они трансцендентны. Ведь они тоже относятся к категории апракрита. Они нематериальны. Так как же разрешить это противоречие? Джива Госвамипад отвечает. Слушайте внимательно. Для того, чтобы освободить обусловленную душу, вайшнав не падает. Он не падает в этот материальный мир. Он не бросается за дживой в огонь. Казалось бы, что вайшнав приходит в этот мир и живет
обыкновенной мирской жизнью. Но вайшнавы обладают видением будущего. Они могут видеть, что будет с нами в будущем. И в соответствии... То есть вайшнавы не прыгают к нам в огонь, где мы горим. Они понимают, что мы чувствуем, они понимают наше положение. Например, в семье идет постоянные ссоры. Муж и жена ругаются. Какие-то проблемы семейные. И Махапрабху говорит, Чейта Дарпана Марджанам. Махапрабху описывает, что всюду сейчас, всюду огонь, пожар. Возможно, Гуру Вайшнава не придут жить к вам в вашу семью, но когда они смотрят на нас, когда посмотрят на вас, когда они увидят, посмотрят ваше лицо, полное, ваши глаза, полные боли, они осознают ваше состояние, ваше положение. Или кто-то страдает из-за болезни. Много разных проблем, много разных страданий. Кто-то кого-то избил и страдает. Когда Гуру Вайшнавы все это видят людей страдающих, они чувствуют боль человека. Несмотря на то, что они, возможно, не живут в семье, где происходит, то есть, где страдают люди, то есть, но они все равно осознают, что происходит, какую боль испытывают люди. И, видя это, они молят Бхагавана помочь нам. Джива Госвамипад в связи с этим говорит в сандарбхах. Вы как во сне видите хороший или плохой сон. Можно видеть какой-то кошмар и видеть, как страдают люди, но даже во сне иногда приходят какие-то решения проблем. Джива Госвамипад говорит, возможно, люди страдают в семейной жизни. Но огонь, который жгет людей, членов семьи, не обжигает чистого преданного. То есть, когда саду видит страдания человека, он дает решение проблем, но он не бросается к ним в огонь. И в этом определение Парамахамса. Парамахамса не означает, что он видит, что кто-то страдает, для того, чтобы ему помочь, сам бросается в эти страдания, в этот огонь. Нет. Гуру Вайшнава, Парамахамса Вайшнав может помочь человеку, страдающему человеку, и сам не погружаться в страдания. Гурудева Патита Паван, спаситель падших. Почему его так называют? Потому что он помогает тем, кто падает, тем, кто пал, но сам он не падает. Если он и падает, то гуру его уже назвать нельзя. Get in connection with Krishna, because Krishna is always busy.
Саду всегда находится в связи с Кришной. Их сердце — сам Кришна. Поэтому, несмотря на занятость Кришны своими играми, Кришна посылает нам сюда гуру. Он дает нам столько возможностей, на самом деле. Не только то, что он посылает сюда гуру. Прежде всего, он принимает форму Баларама. А Баларам распространяет себя на Васудева, Шанкару, Прадюмну, Анирудху, Ананта, Прадюмна. Затем принимает форму Махавишну. Махавишну, Карандакашая Вишну, а затем Гарбадакашая Вишну. И Гарбадакашая Вишну контролирует, управляет каждой брахмандой. Затем Бхагаван возлежит в океанских водах. И находится в сердце каждого. То есть посмотрите, все это устроил Бхагаван. Все это настолько сложное мироздание. Мы не можем себе комнату обустроить, а он обустроил целые миры. И таким образом все это сделал для того, то есть таким образом он помогает нам, обусловленным дживам. Asking this question, so finally Bhagavan speaking, Bhagavan Krishna speaking about the incident happened long ago. What is that incident? Then Jadu. Итак, беседа Яду Махараджа и Авадхута Брамана. Авадхута Саньяси. Авадхута Саньяси. Actually, those who are really Paramahamsa, they are always learning something. Настоящие парамахамсы извлекают урок из всего, что видят. Что бы ни происходило с ними, вокруг них, они принимают как урок. Вчера мы говорили о том, как сталкивается с проблемами слон. Бхагаван говорит, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, сядьте и хорошо подумайте, ведь все это бессмысленно. 150-этажные здания, войны. Какой смысл во всем этом, во всей этой цивилизации? Все это просто бессмысленно. Если бы мы все могли совершать Харибаджан, все это не было бы нужно абсолютно. Весь мир бы превратился в Вайкунху. А люди строят фабрики, строят огромные здания. Почему они это делают? Потому что есть кама, вожделение, желание. Для того, чтобы их исполнить, они строят заводы, продают, выпускают какую-то продукцию, продают, обмениваются. И все это происходит по всему миру. А Кришна говорит просто, играйте со мной. Столько коров, так прекрасна мелодия моей флейты. А мы становимся раванами и сражаемся друг с другом. То есть всех этих проблем могло бы и не быть. Вы, сам Бхагаван говорит, вы сами занимаетесь только теми, занимаетесь, что новые и новые проблемы себе устраиваете. Мы сами ответственны за свои проблемы. То есть мы сами их создаем.
И Бхагаван объясняет, что все эти проблемы для того, чтобы вы поняли, что их могло бы и не быть, что вы сами виноваты в них. Когда это произойдет, весь мир превратится во Вриндаван. Если только люди начнут следовать учению Чайтаньи Махапрабху. Это несомненно так. Повсюду будет звучать Харинама Санкиртана, все будут любить друг друга, не будет никакого вожделения. Вожделение — кама — это болезнь. Вы встречаетесь с человеком, который полон камы, его болезнь переходит к вам, вы еще кого-то заражаете, как и коронавирус. Очень легко передается от человека к человеку. И также мы испытываем такую привязанность к членам семьи и так далее. Конечно, иногда бывает так, что мы не можем отвергнуть отца, то есть мы не можем просто так взять и оставить общение с отцом и матерью. Конечно же, мы не должны этого делать, но просто нужно быть очень разумным в этом вопросе и найти хорошую, правильную дистанцию. Ко мне часто приходят. Я никогда никого не приглашаю на харикатху. Приходят те, кто хотят. Также ко мне приходят люди за советом, и я очень быстро нахожу решение их проблемам. Итак, вся, весь мир подобен, горит в огне. Каков смысл в организации, мировой организации здоровья? Вы знаете, что стоит за коронавирусом? Там стоят огромные деньги. Всюду политика, нет любви. Если бы была любовь, то не было бы никакой политики. Когда есть любовь, ее нет. Когда любви нет, начинаются сложности, начинается политика. Итак, слон призывает проблемы. Идите сюда, проблемы, проблемы. У нас тем же занимался наш управляющий Гошалы. Я говорил ему, не зови проблемы. А он все равно звал. Меня не слушали, но когда возникли проблемы, все сразу обратились ко мне. Like beggar, I can say, give, in Bhagavat in front of me. Bhagavat in front of me. Сейчас передо мной лежит Бхагаватам. Соответственно, я не могу говорить ложь. Все деньги, которые, все пожертвования, которые у меня были, я отдавал. То есть 25 paisa to cross river. I say I need 50, up and down I need. I used to take. If I speak lie, I can burn. I used to live in my life this way. But that man could not learn from me. Saying, used to stay, fall down. Со мной у меня был, со мной жил преданный, который отвечал за все пожертвования, которые мне давали, я все отдавал ему, но, то есть я доверял ему, но он не смог, в конце концов, он не стал следовать, пал.
Кто сможет слушать мою харикатху? Мне нужен достойный слушатель. Тот, кто сможет понять то, о чем я говорю, принять то, о чем я говорю, и продвинуться. Слон падает в яму, вырытую охотником, и только он виноват в этом. Только сам слон. Теперь следующий гуру, пчеловод. Глупые пчелы собирают мед и строят улей. Годами, год, два года, они строят этот улей. Наступает день, когда приходит пчеловод и ломает этот улей, извлекает мед и идет продавать на рынок. Точно то же самое происходит в жизни грихас. Тех, кто семейных людей, которые не совершают баджан, не занимаются духовной практикой, все будет разрушено. Один преданный из Франции, думаю, он был, очень любил меня, получил инициацию от Шрилы Шридхар Госвами Махараджа и часто посещал моего гуру Махараджа. Он старше меня, но все равно любил меня, с почтением относился. Его жена оставила этот мир. Умерла или они развелись, я не знаю. У него была машина, и он распространял таким образом книги. Он включал громко харикатху. У него не было дома, он просто жил в этой машине и так проповедовал. Но потом он вновь решил жениться. Я видел его жену, она приехала сюда. Это был 95-96 год. Она была очень юна, а он уже был в возрасте. Но в конце концов, как закончилась эта история, эта же девушка забрала у него все деньги, он лишился всего. И он опять стал таким же, вести такой же образ жизни, как делал это, как был у него до этого. У него ничего не было. И в конце концов, сейчас я узнал, что он оставил тело. Так люди сами приглашают проблему в свою жизнь из-за камы, из-за вожделения. Потому что если нет у нас камы, я буду танцевать даже без одежд. Если проблема — это кама. Когда камы нет, ум свободен, то есть он ни о чем не думает. Как у детей. 15th guru is, you know, man who is going to collect honey from honeybees. Так, 15-й гуру — пчеловод, который разрушает улей, который так усердно строили пчелы. They are my 15th number guru. Oh my God. Oh, how long before I've seen. For 2 years, 3 years, I see Vachak has become bigger, bigger and bigger. After some Я наблюдал однажды за таким ульем, когда пчелы огромные ульи строят.
Приходит какой-то человек, зажигает, что-то поджигает, и с помощью дыма выгоняет всех пчел. Они улетают, и он спокойно извлекает весь мед. Those who are not going to find any utility of money, position, body, everything, for Krishna Seva. Those who are not going to те, кто не использует свои средства, свои деньги, свое тело, свое положение в служении Кришне, can be taken away for Maya someday. У них заберет все Майя. Все это, что у них есть, заберет Майя. Если они не отдают это собственноручно Кришне, не используют служение Кришне. Я знаю много таких случаев. В Кришнанагаре жил один старший ученик Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа, примерно 10 километров отсюда. Кришнанагар совсем рядом с Майпуром. И он рассказывал, что один преданный в Мадхе Он ничего не жертвовал, все деньги, которые к нему поступали, он откладывал на банковский счет, и никто не знал, сколько у него там денег. То есть таким накопительством он занимался. И в конце концов он умер. И тогда... То есть он жил в Мадхе, жил в храме. И когда он умер, и преданные пришли в храм, пришли в банк, чтобы им выдали эти деньги, которые откладывал человек. И им ничего не дали, потому что не было никакого заявления, никакого завещания. И все, то есть, к чему это рассказываю? Все деньги забрал Бхагаван, то есть они никому не достались, забрал Бхагаван. Если бы он, то есть он мог бы все эти деньги завещать храму на служение, но этого не сделал. Так или иначе, Кришна забрал все. Конечное учение, заключительное учение Бхагавана Удави можно обсуждать до конца жизни. И даже этого времени будет недостаточно, потому что она настолько глубоко и обширна. Как Авадхут Саньяси заключает, что тот, кто разрушает улей, тот, кто, то есть пчеловод, наш гуру, потому что он показывает, как, что может произойти с тем, что мы делаем в материальной жизни. В следующей жизни мы можем родиться в любом теле, в любой стране. Поэтому не концентрируйтесь на своем теле. Я прошу вас всех, как минимум, постарайтесь выйти за границы тела, материальной, телесной концепции. Атадхия ахам бхамону бхамами бадаме тавадаса йогам ванча калпадурусу кипасанди патитанам павану бхуишну. I can discuss this shloka. Эту шлоку мы обсудим позже. Немного я уже рассказал о ней, но нужно рассказать более глубоко, потому что она настолько удивительна. Возможно, вечером получится поговорить о ней. Но время в действительности никак не позволяет, но бессердечно, безжалостно не помогает нам.